dvhub.ru. На лекции речь пойдет об итальянском режиссере Микеланджело Антониони, который снимал в 20 веке. Сначала тренировался в области итальянского неореализма, потом от него отошел и, в общем, как бы работал в абсолютно своем уникальном авторском стиле. Это один из моих любимых режиссеров. И поэтому я вот хочу рассказать о его творческом методе, о том, как он работал, как этот метод менялся, в чем он выражается, как его кино правильно смотреть. Вот так он. Это, ну, достаточно крупная фигура искусства 20 века, культуры 20 века. И, ну, в принципе, при этом еще и недостаточно простая для понимания. И если людям интересно, как все это устроено, да, как устроены были мозги у этого человека, почему, то я постараюсь им это объяснить.